записывается. Друзья, работа такая, что вдохновление прет, природа красивая, покажи, там лес, горы. И вот просто решил записать вот для вас этот стих. Фотоохота называется. Есть охота тихая, грибная, а есть кровавая, с ружьем наперевес. Когда животных, как врагов, уничтожая, идем в атаку, на природу, в лес. А я избрал охоту интересней, в ней нет смертей, и все остались жить. Понаблюдать поближе жизнь природы интересней, и тайны ее завесу приоткрыть. Сегодня вас, друзья, я приглашаю со мною время на охоте провести. Но не патроны, ствол я заряжаю, а фотосъемку местных птиц вести. Фотоловушку установим на штативе, запечатлим на флешку фазана. Вас удивит, какой он грациозный и пестрый цвет его красивого пера. За скрытой жизнью зайца наблюдаю, почти в упор, а не издалека. Я покажу вам ихние тропинки, ведущие ко мне издалека. Ну а пока фотоловушку я настрою, приманку расскажу, разложу и расскажу о том, какая все-таки красивая природа у нас в Ростовской области живет. От вас скрывать я ничего не буду и покажу вам все наверняка. Чтоб подписались на меня в Ютубе, ваш фотоегерь Стасик КГБ. Все.